Каждый гражданин должен осознавать свою личную ответственность и следовать требованиям и рекомендациям оперативного штаба. С этим заявлением председатель парламента Азербайджана Сахиба Гафарова выступила на пленарном заседании внеочередной парламентской сессии. Спикера призвала всех соблюдать обязательные меры предосторожности. Я требую от депутатов, сотрудников аппарата и управления делами парламента соблюдать правила. Все должны знать, что азербайджанское государство предпринимает все необходимые меры для борьбы с вирусом. Как отметил президент Ильхам Алиев на открытии комплекса Асан-Хаят в Акджабиди, Азербайджан является образцовым государством в борьбе с коронавирусом. Международное сообщество, в том числе Всемирная организация здравоохранения, высоко оценили целеустремленные, эффективные и смелые шаги, предпринятые в стране. Эти меры показывают, что граждане страны находятся в центре политики, проводимой в Азербайджане, и их здоровье на первом месте. В первом чтении был обсужден законопроект об исполнении государственного бюджета за 2019 год. Документ представил председатель комитета парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Меркишели. По его словам, исполнение госбюджета на 2019 год можно считать удовлетворительным. Доходы государственного и консолидированного бюджета превысили прогноз, а расходы превысили утвержденное бюджетное сегментование. Так, доходы консолидированного бюджета на 2019 год составили 34 миллиарда манатов, что на 4,8 миллиарда манатов больше прогноза, а расходы – 26,5 миллиарда манатов. После выступлений министра финансов Самира Шарифова и председателя счетной палаты Вугара Гюльмамедова состоялись дискуссии, и депутаты приняли закон об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год.